Вы смотрите новости онлайн. Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Олега Табакова. Актер и режиссер продолжают оставаться в больнице. Журналистам удалось раздобыть медицинский прогноз Олега Павловича. Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, состояние Табакова ухудшилось и сейчас расценивается специалистами как тяжелое. Медики склонны предполагать, что со временем оно станет еще хуже. Напомним, Олег Павлович находится в больнице с 27 ноября. Точной информации о том, что за болезнь поразила Олега Павловича, нет. В Первой Градской больнице, в которую был госпитализирован Олег Павлович, сообщали, что у Табакова был сильнейший сепсис, от которого погибают даже молодые люди. Согласно предыдущим сообщениям, артист находился в стабильном состоянии, реагировал на осмотр и жаловался на умеренную боль в области легких. По словам медиков, актер ориентировался в пространстве и времени. У Табакова установилась нормальная температура. Актер временно онемел. Его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, и Олег Павлович дышал через трубку, установленную в трахее. Он общался с врачами и посетителями с помощью записок. Однако 7 января появилась новость, что самочувствие Табакова в очередной раз ухудшилось. Врачи опять были вынуждены подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких. Ко всему прочему, эксперты отмечают резкое понижение артериального давления у актера. Сейчас врачам приходится поддерживать его уровень с помощью лекарств. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки, пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет много захватывающего и интересного. До новых встреч!